По данным Роспотребнадзора Тувы, с начала эпидемиологического сезона в республике зарегистрировано 30 случаев обращения по поводу укусов клещами, в том числе 20 детей до 17 лет. Отмечено 6 случаев присасывания в черте города Кызыла, 7 случаев в Пихемском, 3 в Кызылском, Ингунтагинском, Чахольском, Барунхемческом, 2 в Дзунхемческом и по одному случаю в Чедыхольском и Сотхольском районах. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, боррелиозом и другими клещевыми инфекциями не зарегистрировано. В связи с началом сезона активности клещей самым эффективным способом защиты от клещевого энцефалита является вакцинация, поясняет ведомстве. В 2018 году профилактическим прививкам подлежат около 22 тысяч человек, в том числе 16 тысяч из них – дети. В группе риска состоит более 5,5 тысяч человек. Это люди, чья деятельность связана с выездами на лоно природы. Для иммунизации детей до 17 лет в республику поступило около 22 тысяч доз вакцин. По состоянию на 6 апреля иммунизировано всего 4000 человек, вакцинировано 1120 детей, ревакцинировано более 2500 человек.